Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днем» в студии Олег Соловьев. О наиболее важных и интересных событиях расскажем прямо сейчас. Участие главы Десногорска в волонтерской акции «Мы вместе». Это от нас небольшой продуктовый набор. Берегите себя! Не время для прогулок. Рейды по соблюдению режима самоизоляции в Десногорске. В стране, в частности в городе Десногорск, введен режим самоизоляции. Без лишних надобностей не выходите из квартиры. Справиться со всеми трудностями и поддержать каждого – посыл волонтерской акции «Мы вместе». Всероссийское движение действует в Десногорске и привлекает все новых его сторонников, один из которых – глава города. Незадолго до Дня Великой Победы совсем не праздничные заботы у ветеранов Великой Отечественной войны. Предписанная самоизоляция из-за пандемии – еще одно испытание, смягчить которое помогает акция «Мы вместе». Добрый день! Здравствуйте. Здравствуйте! Участие в ней принял и Андрей Шубин. 7 апреля глава Десногорска посетил на дому ветеранов войны Василия Куликова, Октябрину Кононенко и Александра Четверякова. Это лично от меня, да, поэтому вам спасибо вам огромное. Помощь. Глава города передал каждому продуктовый набор и пожелал здоровья и бодрости духа в такое непростое время. И напомнил, что такие меры ненадолго. Это от нас небольшой продуктовый набор. Берегите себя. Проходите чайку. Октябрина Андреевна, чайку сегодня не попьем. Карантин закончится, потом придем. Нынешний режим самоизоляции в Десногорске действует до 30 апреля включительно. Олег Соловьев, Илья Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Несмотря на однозначные рекомендации медиков и указания властей, режим самоизоляции готовы соблюдать не все. Это подтверждают и рейды, которые проводит полиция на улицах Десногорска. Подробности далее. Ну, нарушает режим самоизоляции. Мы с собакой гуляем. А ребенок зачем вам? Ребенок вышел тоже подышать свежим воздухом. В период самоизоляции встреча с полицией пока заканчивается устным предупреждением и объяснением в том, что стало причиной выхода из дома. Спасибо. Вам памятку. Лишний раз без надобности из квартиры не выходить. В фокусе внимания стражи порядка те, кто пренебрег домашним режимом, тем более без защитной маски. Именно такие вольности, согласно статистике, и становятся причиной распространения новой коронавирусной инфекции. В стране коронавирус, соблюдайте самоизоляцию, без лишней надобности из дома не выходите. Хорошо. Пока что полиция ограничивается только профилактической беседой и раздачей памяток. Дальнейшие меры зависят от развития эпидемической обстановки и отношений к ней самих горожан. В стране, в частности в городе Десногорск, введен режим самоизоляции. Без лишних надобностей не выходите из квартиры, только по определенным нуждам. Не нужно покидать помещение без какой-либо причины. Также, если у вас образовались какие-то симптомы, то за медицинской помощью необходимо обратиться к врачу. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. В конце выпуска о погоде. 14 апреля в Десногорске пасмурно, возможен дождь. Температура днем плюс 10, ночью плюс 4. На сегодня выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч!